Сразу же из Петропавловска глава государства вылетел в Кустанайскую область. В оперативном штабе города Тобол президент страны встретился с жителями Кустанайского района. Он больше всего пострадал от большой воды. Касым-Жомарт Токаев заверил, что необходимую помощь получат все. Кроме того, за каждым затопленным регионом для ликвидации последствий стихии закрепят крупные предприятия страны. Я принял решение отменить целый ряд международных мероприятий в целях экономии средств, сократить бюджеты целого ряда мероприятий, в том числе международных. Сейчас будет введена система и режим жесткой экономии государственных средств для того, чтобы направить эти средства именно пострадавшим. Кустанайцев воодушевили слова президента. Они поблагодарили за оперативную помощь в ликвидации последствий паводков. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что запретит изъятие популяции сайгаков, а в следующем году обязательно посетит праздничные мероприятия к 140-летию лидера движения «Алаш» Мырзакыпа Дулатова. Напомню, чрезвычайную ситуацию из-за паводков объявили в 6 районах Кустанайской области. Пострадало 492 села, размыло 4 моста и 7 участков дорог. Из-за этого на некоторое время прервалось транспортное сообщение между Кустанаем и южными районами области. Сейчас ситуация уже под контролем.